Девочка, а ты что у нас в домике делала? Просто безжалостно валялась в самом дальнем углу подъезда. Куча мысли. Мне так страшно было. Если ты в своем уме, как можно вот так вот? Тепло не буду пить, никогда. Просто подбегают ко мне, ааа, хочу с тобой. Я прям нервничать начала, мол, сейчас же все смотрят. Я такая прям по-злому ей говорю, откуда это, какая разница? Всем привет! История повторяется. Моя мама лунатик, я лунатик. И представьте себе, Алиса тоже лунатик. Я уже в прошлом ролике упоминала об этом, что она вот так вот встанет среди ночи, вот так вот, и сидит с открытыми глазами, на тебя вот так вот может смотреть. Господи, это так страшно! Я ее быстренько так кладу. Все, спи давай! На самом деле, я хотела вам рассказать еще в прошлом ролике такую жуткую историю, от которой вот мы с мамой до сих пор мурашки по коже испытываем, потому что, ну... Правда, что вообще могло случиться? Ну, приезжаем мы как-то вот поздним вечером на море с родителями, с родительскими друзьями. Наступает уже утро, все, мы поспали, мы с подружкой идем там за чипсами, в общем, такие довольные. И тут подбегает ко мне девчонка, такая прям взрослая. Ну, мне тогда казалось, что она взрослая, может, ей было там лет 18 на самом деле. Она подбегает ко мне и такая говорит, девочка, а ты что у нас в домике делала сегодня ночью? Я такая, в смысле? Ну, у меня прям сразу страх такой, что вообще? Я дома была. Она говорит, нет, за тобой еще собачка черная гналась. Ну, она прям описала нашего пса, представляете, Бима. Я так ужаснулась. Еще она показала, где их домик находится. То есть там нужно пройти прям через какую-то тропинку. Ну, прям вообще, как? То есть я вот как-то так я лунатила, то есть к ним пришла и потом обратно дошла домой. Причем в домик, который я вот первый раз видела, да, по сути, вот мы заселились только-только. Жесть, вообще, я еще когда проснулась, я помню, у меня такая влажная кровать была, я думаю, блин, ну может Бимка, наверное, со мной спал, тогда просто дождь был, наверное, поэтому и влажная кровать. Мы заехали в этот домик просто на одну ночь, буквально на сутки, и потом мы на берег поехали жить, вот. И этот домик был последний, там не было замка, там была веревка, и мы поставили еще скамейку, что если вдруг кто-то там... Ну дай же пес увидела! Если вдруг кто-нибудь проберется, то скамейка упадет, и мы услышим врага. С утра скамейка была опрокинута, и мы проверили все вещи, вроде было бы все в порядке, все нормально, поэтому мы выдохнули, ну вот, выдохнули до того момента, как не подошла ко мне эта девушка. Значит, зашли за землей в магазин, но я вот не могу, как ворона, смотрю на всякие вот эти вот штуки. То есть мне сразу захотелось вот такое ситечко. Вот, вот такое захотелось. Вот такую штуку для муки. Что за жесть? Пойдемте за землей уже. Так, я недавно думала, что мне нужна турка. Хочу турку. Чтобы варить какао. Или кофе. У меня дома много хорошего кофе. А турки нет. Вот, а в кастрюльке не очень. Как-то все не по фэншуй. Хочу вот такую турку. Хочешь, бей. Лёва, я хочу такую турку. Она стрёмная. У меня много кофе. Она стрёмная. Почему стрёмная? Смотри, и медное дно. 600 рублей. Это обмеднённая. Как она может быть? Обмеднённая? Наоборот, здесь за... Чё, фигня, да, будет по-любому? Нет, мне кажется, что-то что-то... Она, конечно, красивая, но это да. Нормально, кстати. Не очень. А сколько вообще турки стоят, интересно? Никогда не интересовалась, но я просто вчера турки я захотела вверх. Себе турку. Я не знаю, сколько пару турков стоит. Волшебная грядочка. Сейчас мы возьмем на нашу волшебную грядочку земельку. И мама рассказывала, что она мне даже стелила там как-то мокрые тряпки раньше, чтобы я встала, проснулась, если что. Ну, то есть я даже бывало ходила по квартире, там туда схожу, обратно и спать. Я так переживаю, что Алиса тоже будет лунатить. Но слава богу, я сейчас не верю никаких призраков. Потому что если как раньше, боже, я раньше, еще, наверное, лет 7, наверное, назад, вот так вот, я еще верила во всякие там привидения, мне так страшно было, помню, Лёва уедет куда-нибудь, оставит меня одну дома, и я прям трясусь, еще животных, ну, у нас животных не было, как-то дома было спокойнее, когда был пес, там, кот, в общем, все нормально, а так одной, и вообще мне очень страшно было, но потом, это тоже смешно очень, как я перестала верить в призрака. В общем, Лёвин папа как-то меня отправил на второй этаж, а там было темно, уже все стемнело. Я говорю, я боюсь привидений. Он мне говорит, да Вика, да ты что, привидений не бывает.
Я такая, чуток можно было? И все, я перестала верить. Ладно, на самом деле я шучу. На самом деле я шучу, и я просто начала изучать разные, как-то видео мне начали попадаться на тему разоблачения всех вот этих вот привидений и так далее, там всех битв экстрасенсов. Вот, Михаил Лидин есть такой человек, есть такой блогер, вот, он очень интересный и делает обзоры, вот с него я начала, и плюс еще потом я начала смотреть ролики Панчина Александра, может быть, знаете, об устройстве нашего мозга, как вообще на самом деле мозг себя ведет, почему вообще он нам вбрасывает, да, вот такие вот идейки, почему он там ночью может достраивать какие-то образы, и нам может казаться, что на самом деле там какие-то, не знаю, существа и все такое. А вы когда-нибудь лунатили? Ты тоже будешь лунатить, да? Ты тоже будешь лунатить. Вот такой котик, котик, котик. Иси. Давай. Так, у меня был огромный цветок, и я его спалила. Он денечек побыл на солнце. Вот мне пришлось его обрезать. Вот какой лист огромный был. И вот что выросло. И мы сейчас будем садить. Тут корешку будем садить. И вот этот я вообще обрезала, потому что я его не могу вылечить, поэтому будем его сейчас садить. Да, доченька? Вот, погоди, погоди. Это чуть-чуть. А нет, это не чуть-чуть, это что-то много. Все. Вот так. Весь пакет не надо. Все, вот так, смотри, не надо. Шариках так мальчик делал? Да. Слышала. Слушай, а он что, садил землю? Ой, садил землю, садил цветы. Землю. А там кто? Что за малышарик? Ну, включай, нажимай на кнопочку. Ну, давай, Алишка, еще. А кто будет этот землю рыхлить? Ой, может, надо было набрать червяков на даче? Да? И запустить? Да. Точно. А все, хватит, харе, по чуть-чуть. Горяченького. Тонечка, надо не горяченького. Знаете, Лев, слей, пожалуйста, эту воду. Мы сейчас нальем другую. Хорошо? Она хорошенькая, эта вода уже постояла. Слить. Здесь подливаю чуть-чуть. Ага, все, хватит, паре. Вот сюда. Вот сюда тяни. Ага. Вот смотри, какие корни. Видела? Вон какие. Ага, давай садить. Подожди, брат. А это мы посадим вот сюда, давай, маленький. Давай. Ага. Давай вот сюда. Не надо, ага, много не надо, девочка. Чуть-чуть. Вот так, смотри. Оп, и все. И вот сюда так же давай. Вот сюда тоже. Все, вот сюда, вот сюда. И все, он уже полит. Все, вот сюда. Вот так вот, ага. Молодцы мы! Ура! Какой бабе Томе будем дарить? Хорошо, бабе Оле. Хорошо, договорились. Кому? Деду Сергею еще подарим? Да. Ну, давай у нас будет бабе Оле и деду Сергею, и бабе Томе, и деду Лёше. Да? С дедой Колей. Договорились? А эти нам оставим. Давай? Значит, на днях Ева решила потренировать звук. И я понимаю, что этот звук пробрался ко мне сквозь сон, там мне уже что-то даже снилось вместе с этим. И я просыпаюсь в 4 утра! А этот котик вот этот звук делает, да. Как ни пытались мы уснуть, вообще ничего, даже святая титька не помогла. Просыпается мафия. Алиска, вот сейчас она услышит, мафия? Какая мафия?
и тут уже точно, нам вообще не уснуть. А почему, скорее всего, она проснулась, я потом поняла, почему вот она эти ночи так просыпалась. У нас увлажнитель что-то сбоить начал, и я его перестала включать, и все, и вот они обе у меня плохо спали, ну, то есть, насколько мы уже привыкли к воздуху увлажненному, да, все-таки это вещь. Пользуетесь вы, кстати, увлажнителем или нет, поделитесь. Вообще, видите вот разницу, даже вот когда сами спите, между тем, когда есть увлажнитель, когда он отключен. Ну, и, в общем, я пошла за аквалором, думаю, сейчас я им закапываю носики, все прочищу, опять уснем. Нифига, нет. Никто не собирался больше спать. Я позволила Алисе включить мультик. Думаю, ладно, до завтрака еще далеко. И она решила включить малышарики. А я уже теперь, мне кажется, ненавижу этот мультик, да и вообще многие. Да! Потому что, по крайней мере, в малышариках там постоянно они что-то там с едой делают. И все время показывают какие-то тортики, конфетки, ну, яблочки тоже. И Алиса все время бегает ко мне. Дай яблочко, дай тортик, дай там то, дай конфетку, дай еще, дай печеньку. Боже мой, и вот постоянно, то есть только поели, она, допустим, там посмотрит этот мультик и начинается. А тут вообще мы не ели, да, тут было утро. И вот у нее началось. Поэтому мы пошли завтракать. Да, где-то в 5 утра, примерно так. Ну, ладно, нормально. У меня несчастные дети, потому что сахара мы добавляем всегда меньше, да, чем по рецепту. Давай, Сим. Дай-дай-дай-дай. Ого, какой! Соль добавляй. Щепотку. Ага. Да, добавляй. Добавляй, добавляй. Не всю, не всю, щепотку, да? Щепотку бери своими пальчиками. Это что, щепотка? Вот, да. Давай. Так, все, мы сейчас, у нас будут соленые булки. Все, харе. Размешивай, размешивай, размешивай. Только грязь там делала. Хочешь? Кого? Печь. Печь? Все, все. Ага. Хорошо. Да. Ой, а ты на момент отвлекаешься. Плюки. Вот что она за слова говорит, а? Людям. Вы же знаете, да, что она у меня разговаривает хорошо. Что происходит? Или, может, это какой-то этап развития, надо почитать, вот, сочинять слова, коверкать те слова, которые хорошо говорил. Надо еще муки. Надо подождать. Надо будет подождать, да, сначала надо будет помять, все размять, ага. Ну-ка, да. Вот так, правильно. А ну давай, все. Все. Мне хорошо, только не урони, пожалуйста, ладно? То у нас вообще с тобой булочки вкусные получились с приправкой. Мама, дай мне звездочку. Да, доченька, это не печеньки. Да не, мы не печеньки. Зайка, мы не печеньки делаем. Мы булочки делаем. Печеньки из этого не получится, тесто, понимаешь? Да, это... А если я не разомну, сейчас написано по рецепту 5 минут. Слышишь? 5 минут написано печь. Ой, печь. Вот так. Нет. Тепло не буду петь. Никогда. Никогда. Все понятно. Ладно. Все, убираем. Убираем в теплое место. Алиса только что предложила в булочки добавить лен. Да, Алис? Да. Молодец. Лен. Добавим. А к булочкам будет морсик. Вот такой красивый. Боже. Красота. Это пахнет просто божественно. Вообще. Это очень вкусно. Алиса просто подоставала кучу ягод. Всего, давай этого, и этого, и этого. И виноград тут есть, и калина, и клюква, и клубника, и смородина, и жимолость. И это прям божественно. Вот такие булки. Сейчас мы их смажем. Да, девушка, смажем. Ты у меня сама как булочка. И отправим запекаться. Ты у меня булочка, да? А тебе такое? Нельзя. Нельзя тебе такое. Ну, давай, Алис, маш. Яичком. Только очень аккуратненько, ага. Давай, да. Давай. Маш. Ну, аккуратненько маш. Так легко. Да, да. Аккуратно только. Вот так. Интересно, эти булочки выживут после этого. Давай сыпать. Угу. Так. О, это много слишком, да? Нормально, ладно. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Угу. Эй, не надо ручками трогать, зайка. Не надо. И кунжут давай еще возьмем. Все, харе, харе. Кунжут еще возьмем.
Мне вот интересно, по рецепту было... Да, сейчас, по рецепту было полчаса выпекать. Я выпекала... А, подождите, 20-25 минут. А я выпекала 15 минут. И у меня уже не все черные. Ну, нет еще, доченька, нет. Нет, пусть они еще постоять должны. Ну, красота. Давай уберем, дочку. Я тебе говорила, чтобы ты без спроса не брала, да? Говорила? Если я буду так... Это целая банка льна, Алис. Целая банка. И не ходи здесь теперь, да? Если я буду потом дать, то... То что? Я поткнусь, упаду в ногу. И поеду в яйцу одна. Делать. Да вижу, дочка, как девочка делает. Вижу, ты меня расстраиваешь. Алис. И ты меня расстраиваешь. И я тебя расстраиваю? Да. Вообще, просто вообще. Сладенько. Сладенько? Ты мой жаличек. Опа. Готовы? Смотри, получи. Ой, смотри, какие булочки. Вот они какие булочки, да, получились? Да. Вот они. Сейчас мы ягодки достанем еще, да? Что, вкусно? Фигня получилась? Угу. Прям фигня? Да, ты прям семечки не сделала. Ну так не ешь семечки, убери их. Смотри, можно их убрать. Видишь, вот я убираю семечки, на. Без семечек. Да, уберем семечки, уберем. Ну, давай, сейчас уберем. Вот так? Хорошо. Продукт гликации. Продукт гликации. Что, теперь хорошо? Ну, слава богу. Все. Тебе ягодку дать? Ягодку дать? Ку-ку. Бебе. Это ягодка тертая, да? А мы не посмотрим. Да, да, вот она, тертая ягодка. Хотите прикол? Уже это длится, наверное, месяца 2 или 3, может быть, даже больше, вроде до Нового года это было, я уже не помню. У нас в подъезде стоят санки, то есть я их наверх же не буду таскать, ну, вот они там расположены. Наши санки, еще коляска есть, велосипед, короче, вот внизу. И кто-то повадился открывать козырек. Я думаю, может, Лёва прикалывается. Я у него спрашиваю, говорю, Лёва, это ты? Но он, конечно, бы не сознался, он говорит, нет, не я. Думаю, ну, наверное, все-таки он. Потом я как-то в этой коляске оставила пакет. Смотрю, на следующий день пакет просто находится вот так вот через дверь в другом конце подъезда. Думаю, ну, блин, естественно, Лёва бы так не сделал. Потом у меня были отстегнуты варежки, вот эти вот, которые идут в комплекте к санкам, и они лежали внутри. Потом я выхожу, а у меня эти варежки, то есть их кто-то повесил аккуратненько, да, поухаживали. Ладно, хорошо, я уже, в принципе, мою бдительность затуманили, я уже перестала паниковать, думаю, ну, какой-то заботливый человек. И тут мы идем с Алисой в сад, я возвращаюсь назад и вижу, как беленькая подушечка, которая внутри была в санках, беленькая, белоснежная, она просто безжалостно валялась в самом дальнем углу подъезда, в грязном, где там вообще уборщица никогда в жизни там не была вообще. И я не понимаю, как. И варежки у меня розовые были там внутри, другие уже. Они тоже валялись на полу. Я не понимаю, как вообще можно, ну, если ты в своем уме, как можно вот так вот делать, какая-то биполярка, да, у человека. Ну, я подняла, конечно же, забрала, все постирала, ну, я не знаю. Мне даже в какой-то момент стало страшно, в этот же день, по крайней мере, я такая думаю, блин, давайте скрытую камеру найдем. Начинаю гуглить эту скрытую камеру, думаю, блин, что нигде не продают скрытую камеру? Потом до меня доходит, что это же уголовная ответственность устанавливать скрытую камеру, даже покупать скрытую камеру, это уголовная ответственность. Так, дорогая, ты мне сейчас тут все перевернешь. Вот, поэтому, да, идейку я эту забросила. Но сейчас вот тоже пару эпизодов было, когда козырек был открыт, ну, вроде на этом все. Вот.
Ну надо, я не понимаю, кто это может быть. Я со всеми здороваюсь, я со всеми вроде бы в таких хороших отношениях. Там, даже у нас есть одна бабушка странненькая, ну я ей там воду помогала носить на второй этаж, на ее, ну, не знаю. Я не знаю, правда, что это. Кто это может быть? Так, не смотрите на мой замученный вид. Слушайте, я хочу рассказать. Я сейчас отошла сюда на кухню. И Алиса бежит такая: мама, а почему ты Еву вниз не спустила с гамака? А действительно, я ее оставила в гамаке, а она уже с гамака переворачивается. Это нормально вообще? Двухлетний ребенок просто меня одергивает. Давай покажем, как ты ползешь. Давай. Вот это как ты ползешь, смотри. Подержи. Достигнута. Молодец! Видишь, смотри, какой мягкий, да? Смотри. А это джинсовый, да, материал. Джинс. Потрогай его. Ну-ка, потрогай. Джинс. Евка, чего у тебя вечно будики такие красные? Да? Нам скучавчики не помогают. Есть еще вот такая ткань. Смотри, здесь пуговка. Видишь, пуговка. Так, еще из новостей Алису наградили дипломом. Это уже не первый диплом ее. У нас еще есть... Во-во-во, вот такой вот звук. Вот такой вот звук, да. Вот такой вот. Какой-то вот такой. Да. И такой котик маленький. Потому что первая была за успехи в плавании. Да, Алиса у нас ходила с 2 месяцев на плавание. Вот этого пирожочка нет возможности возить, к сожалению, ни на какое плавание. Вот сейчас жду, когда будет тепло, я смогу снова за руль сесть и их возить. Господи, я не могу, я так хочу Алису на вокал еще записать. Но она правда поет песни. Представляете, она уже так неплохо интонирует. Как-то старается. Это нужно развивать. Не упустить этот момент. Вот, то же самое на балет, почаще ее возить. Ну и вот, балет. Приходим, значит, мы на открытый урок. И Алиса уже неплохо так занималась. Доченька. Ой, сейчас. Мы ее все оставляли. Я ждала в коридоре. И она одна там с другими детками, с преподавателем занималась. То есть не за ручку, как это было осенью. То есть помните, я рассказывала, что мы с ней прям вот так за руку стояли и танцевали. Мне было неудобно перед преподавателем, но я у нее спросила разрешение. То есть позволите вы нам несколько уроков так прозаниматься? Нам дали добро. И тут у нее, видимо, какие-то флешбеки, что ли, поперли. И она такая просто подбегает ко мне. Хочу с тобой сидеть, мама, не хочу заниматься. И знаете, как интересно, вот хотела, да, порассуждать на эту тему. У меня вот возникли такие чувства, вдруг откуда ни возьмись, то есть как бы такое, я прям нервничать начала, мол, сейчас же все смотрят, и преподаватель тоже, и мы подводим всех, и родителей, то есть нас все ждут, и я такая прям с злому ей говорю: Алиса, ну-ка иди занимайся, ну-ка давай. Но на самом деле у меня, я потом уже сижу и думаю: слушай, ну откуда это, какая разница? Пусть она посидела у тебя 5 минут там на коленях, да, ей бы, скорее всего, самой бы захотелось потом побежать к детям. Чего ты так реагируешь? Я, на самом деле, вот, мне кажется, поставила такую жирную точку, и я надеюсь, что я больше не буду таких чувств испытывать, по крайней мере, вот, буду стараться за собой отслеживать, все-таки быть на стороне своего ребенка. Я понимаю, что, ну, вообще, какая разница? Какая разница? Ну пусть эти родители, ну пусть они что-то там про нас подумают. Ой, какая девочка, там невоспитанная или там не знаю какая. Да пусть. Зато мы посидим, Алисочка, аккуратно, и ребенок потом пойдет нормально заниматься, и все будет хорошо. Ну, на самом деле, потом я хоть и показывала своим видом, что мне это не нравится специально, чтобы все видели, что не подумайте, что я равнодушная, да. Но, тем не менее, я ее посадила к себе на руки. Все-таки, да, мы посидели. Я потом ей уговорила ее пойти заниматься, и она занималась. У меня там шотс есть, кстати говоря, набрала столько много просмотров. Спасибо всем огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Я буду вообще только рада, на самом деле, принять вас в наше такое сообщество небольшое, и где мы обсуждаем не только тему ЗОЖ, там много всего интересного. Вот, пожалуйста, пройдите, и я думаю, что вам понравится. Все, всем пока-пока.